«Я гражданин России». Еще трое искитимских школьников могут с гордостью произнести эти слова. Сегодня в торжественной обстановке они получили свой первый взрослый документ. Паспорта гражданина Российской Федерации вручили самым активным юным искитимцам. Мне больше нравится помогать другим людям, заниматься волонтерством. Это не обязательно в рамках школы там, или каких-то проектов. Это также является и помощь своим близким, друзьям. День России – один из самых молодых государственных праздников. Берет начало с 1990 года. Тогда была подписана декларация о независимости страны. День рождения России – повод вспомнить многовековую историю нашей страны. Повод задуматься о великих подвигах наших предков, наших отцов и дедов. Повод вспомнить о сегодняшних героях, которые сражаются за независимость нашей страны, за спокойные дни и ночи наших детей. Праздник, праздник России. Куда еще? Самый лучший праздник тоже летом. Да, поэтому. Да еще сегодня ансамбль «Дружина», всеми любимый. А Коля Внучев, он из Степного, как и я. Поэтому я ни одного концерта его не пропускаю. И всегда хожу с большим желанием. Учреждения культуры, спорта, образования, молодежной политики принимают активное участие в празднике. На сцене награждают победителей различных акций и конкурсов. Молодежный центр стал организатором собственного мероприятия в парке Южный. Мы будем максимально стараться на свежем воздухе проводить мероприятия. Это будут открытые тренировки у нас в Заре. Также у нас будут около квадрата, растяжка, йога. То есть, ну, чтобы вызвать на улицу наших ребят. Сейчас в квадрате ремонт, поэтому все мероприятия будут проводиться на улице. График составлен на все лето. Творчество и спорт должны привлечь молодежь города и сделать их лето активным.